Хорошо, хорошо, давай. Полоса препятствий, физическая и строевая подготовка, ночные подъемы по тревоге. Для казаков-таманцев это уже не в новинку. В этом году, помимо обычных составляющих любых военных сборов, их участники начали знакомство с более узкими военными дисциплинами – разведкой, минно-взрывным делом, химической защитой, артиллерийскими науками. Намного прибавили во всех дисциплинах. Каждый год мы улучшаем свои результаты в боевой подготовке. Сейчас хотелось бы нам, чтобы наши подразделения были более подготовлены в боевом плане, чтобы и мы стремимся к этому. Мы сейчас подготавливаем артиллеристов, мы подготавливаем снайперов испокон веков. Казаки занимались там, допустим, сельским хозяйством, но по первому зову атамана мы брали оружие и шли защищать свое отечество. Сборы проходили под Обинском, в историческом месте, где на протяжении веков располагались казачьи станы. В новейшей истории, около четверти века назад, таманские казаки одними из первых на Кубани и в стране начали создавать вертикаль управления. Таманцы помогали ликвидировать последствия наводнения в Крымске, участвовали в охране объектов во время Сочинской Олимпиады, выполняли государственные задачи. На сегодня таманский отдел и первая таманская казачья дивизия в войске – самое слаженное и самое управляемое соединение. Огромное всем спасибо! У таманцев и у кубанского казачьего войска есть будущее. С нами очень много молодежи. Уверен, что казаки-таманцы при необходимости всегда защитят великую матушку Россию. По итогам военно-полевых сборов анапские казаки уже в третий раз подряд признаны лучшими. В полку говорят, что боевое искусство здесь шлифуют ежедневно, поэтому из итогов делаются выводы, и фактически с окончанием одних сборов начинается подготовка к следующим. А мое сердце, бедная ты пташка, пожалей, ох, легкокрылая, слетай к милашке поскорей, ты передай ей мой привет да ласку.